Здравствуйте. 12 августа 2021 года. Это у нас ремонт на улице Октябрьской такой. Весь тротуар поубрали. Земля, песок. Что-то здесь будут переделывать. Бордюры вот тоже. По всей Октябрьской идет ремонт. И здесь то же самое. И там тоже. На Полесской. В общем, такая видимость. Не знаю, что тут получится. Вполне было нормально ходить. Не знаю, зачем все поубрали-то. Такие мы богатые, что ли, что переделывать можно бордюры, тротуары постоянно. Вот с той стороны тоже смотрю. Но с той стороны похуже было. Там более-менее разумно, конечно. А здесь вполне было нормально ходить. Все посрыли, все поразворочили, не знаю. Во! Что делается? В общем, такие вот идут строительно-ремонтные работы. Видите, что в центре города делается. С той стороны тоже, кстати, куча вот песка, щебня, плитка. Богато живем. Раньше, помню, так не было. Так, мы с вами приближаемся к перекрестку. Улица Тургенева и улица Октябрьской. Оно может повод для видео небольшой, но мне просто нужно камеру потестировать. Тут камера с оптическим стабилизатором. Интересно посмотреть во время ходьбы, как это будет смотреться. Ветерок сегодня. О, там тоже ремонт. А здесь уже сделали, облагородили, потому что здесь тоже было все поразворочено. Я снимал как-то. Интересно будет посмотреть, что сделают там, где мы прошли. Фонтан, чаша знаний. До нее не дотянуться. Там еще пара фонтанов действующих. Орловский медицинский институт. Университет. Орловский государственный университет. Медицинский институт. О как. Институт в университете. А Бабухину Александру Ивановичу, русскому ученому, памятник. А это торговый институт, коммерческий. Или там экономики торговли он называется. Сейчас точно не могу сказать. Это с советских времен был престижный такой вуз. А Орловский государственный университет экономики и торговли называется. Так. Мы сейчас дойдем до Дворянского гнезда и немножко пройдемся по Дворянскому гнезду. А здесь столовая от коммерческого института. Я его так называю по старинке. Вообще-то вот торговый называли в советское время. Потом стали называть коммерческий.
Это улица 7 ноября. А здесь дом музея Лескова закрыт на ремонт. Те старые дома деревянные еще, жилые, не выселенные. По-моему, там еще кто-то живет. Машина стоит. Выходим на Дворянское гнездо, больница имени Зинаиды Круглой, детская. Интересно будет посмотреть, как снимает этот Galaxy S7. С оптической стабилизацией. Виднеется недострой Папанчука 83А. Смотровая площадка. Виднеется река Орлик. Знаменитая ротонда или там беседка в Дворянском гнезде, где любят фотографироваться молодожены. Как хорошо, что здесь плитку не меняют. Можно нормально хоть погулять. Так, это памятник Тургеневу. Вот там лавочки. Вот сейчас на этой лестнице посмотрим потом, что это за стабилизация встроенная на Samsung Galaxy S7. Помню, гулял недавно в районе ТЭЦ. У меня там был Huawei-чик дешевый. Дешевый-дешевый, но у него хороший аккумулятор. Он мне, так сказать, загрузку видео обеспечивает. Там, конечно, все прыгало. Y5. Кто-то загорает. Тут, в принципе, и купаться можно. Я вот там купался. Ух, как носится, ребята. Купался я, да, в том месте. Вот там, да. Пару месяцев назад. Ну, ничего так. Только вот странно мне показалось. Там ключи, что ли. То плывешь тепло, потом бац, холодно. В общем, как-то разнородная такая река. То тепло, то холодно. Так, приближаемся мы к парку Победа. Я сейчас, наверное, закончу это видео, продолжу с помощью другой штуковины.
Так, с помощью ручного стабилизатора и Motorola Moto Generation 3. Вот такой еще у меня телефон есть. Так, замечательно, отремонтировали. Следующее видео будет, как я пройду по парку Победы и выйду на улицу Зои Космодемьянской. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла. Из Дворянского гнезда. Снимай.